В Бурятии растет число укушенных клещами. За медицинской помощью по этому поводу обратилось уже более 3000 человек. Укусы зафиксированы во всех районах республики и в Улан-Удэ. Отметить, что сейчас та пора, когда регистрируются укусы только таежными клещами, основными переносчиками возбудителя клещевого энцефалита. На сегодняшний день зарегистрировано 28 больных инфекциями, которые передают клещи, из которых 11 с лабораторно подтвержденным диагнозом клещевой вирусный энцефалит. Все больные клещевым вирусным энцефалитом не были привиты против данной инфекции. Они своевременно не обращались за медицинской помощью по поводу присасывания клеща. В случае присасывания клеща необходимо срочно обратиться в ближайший медпункт. Сдать паразита на исследование можно в Центр гигиены и эпидемиологии по адресу улица Ключевская, 45Б, или Республиканскую инфекционную больницу.